Вы особенный игрок и для молодого поколения. Знаю, что тренировались с Даниилом Медведевым. Расскажите о нем немножко подробнее. Даня – отличный парень, он мне очень симпатичен. Мы с ним несколько раз тренировались, когда были в Монте-Карло, а потом вместе полетели в Сербию на матч Кубка Дэвиса. Он классный человек и отличный спарринг-партнер. И потом, знаете, очень приятно видеть, как такой молодой игрок добирается до финала турнира ATP. Это было совсем недавно в Ченнаи. Он очень талантливый, он много работает и понимает, чего хочет. Сейчас он находится в 7-м десятке мирового рейтинга, а ведь Даня еще очень молод, ему всего 20 лет. Я поздравляю его с таким прогрессом и верю в его будущее. Совсем недавно я брала интервью Марии Шараповой в Москве. Она передавала вам большой привет. Вы верите, что она сможет вернуться в тур на прежнем уровне? Она же была в Москве на презентации продукции своего кондитерского бренда. Да, я видел это. Большое спасибо за привет. Обязательно передавайте ей мои наилучшие пожелания. У нас всегда были отличные отношения. Она прекрасный друг. Я бесконечно ее уважаю. Она личность, она спортсменка, которая постоянно совершенствуется. Я сожалею по поводу того, что случилось с ней. Мария не выступала в туре больше года. Я видел ее несколько раз, и я с радостью отметил, что она счастлива. Много улыбается и может наслаждаться не только спортивной жизнью. Ее возвращение состоится в апреле, и я очень рад, что это будет так скоро. Я желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что она станет номером один в мире, поскольку она этого достойна. Совершенно невероятно. Софья, спасибо огромное за такое интервью.